Шаг до мечты. Именно столько осталось участникам 4-го отборочного тура международного конкурса талантов «Universe Best Songs», по итогам которого из 70 человек жюри выберут только 15 самых талантливых, самых ярких. В этом году попытать удачу и показать себя из России приехали артисты Бурятии и Иркутска. Ирина, участница творческого ансамбля Иркутска, проходила отборочные туры дистанционно, отправляя видео на конкурс при поддержке своего друга. И до сих пор не может поверить, что прошла 4-й тур, хотя за ее плечами уже не один конкурс и не одна награда. You're the best man I'll ever know. Миронов Артем, который работает на Аисте в Иркутске, каким-то образом узнал об этом конкурсе и позвал меня и наш ансамбль там поучаствовать. Мы отправили свои видео, и вот спустя 3 месяца мне звонят, говорят, что я прошла 4-й тур, поскольку я не следила вообще за тем, что прохожу я или нет. Как бы это было весьма неожиданно. Поэтому я здесь. Вокалисты из Бурятии прошли сразу на 3-й тур после участия в конкурсе «Белый месяц». Поддержать земляков сегодня приехал и театр эстрады Зариктой Нонны Догачиевых. Артисты подготовили особое костюмированное шоу. По словам участников, подготовка заняла много времени, но зато они смогут показать себя одновременно как певцы, танцоры и артисты. В этом и есть особенность конкурса «Universe Best Songs». Здесь можно выразить себя разными способами. Я сегодня буду петь песню Глории Гейнер «I Will Survive». Получилось так, что в прошлом туре я исполняла медленную композицию, и решили в этот раз уже исполнить что-то более живое, что-то более подвижное. И из тех песен, которые входят в мой репертуар, решили отобрать вот эту песню, выбрать. Подавать заявки на участие желающие начали еще в январе. Около 500 человек из всех уголков Монголии и разных стран хотели только одного – заявить о себе как об артисте, певце, танцоре. Состав жюри остался неизменным. Музыкальный продюсер Сингапура мистер Рагу, глава музыкадемии Пентатоник, композитор Дульгён и победитель российского конкурса «Народный артист» Омар Хубарко. Что я могу рассказать? На самом деле уже 4-й тур и все приближается к концу, но надеюсь, что в 2013 году мы смогли найти гораздо, не в обиду прошлому году, гораздо талантливее участники, я надеюсь в этом. После долгих отборочных туров, после жарких споров членов жюри, в финале окажется только 15 человек. 3 месяца борьбы, тренировок, советов жюри – все ради того, чтобы стать лучшим. Светлана Жандагарова, Игпелек, АЭС Монголия.